Всем привет! Я сегодня снова на канале. У нас уже зима, середина ноября. Ноябрь в Ирландии уже зима. Целую неделю шел дождь. Он продолжает еще, но не такой интенсивный. Похолодало. Сегодня плюс 7, вчера было плюс 12. Вода в реках и каналах поднялась. Я не знаю, как это повлияло на рыбалку. Скорее всего, отрицательно. Но сегодня я хочу не рыбачить, я хочу провести тест, который я, в принципе, проводил уже в прошлом году, но я хочу еще раз попробовать снять под водой, плюс посмотреть сам, что получится, плюс показать вам. Тест простой. Я хочу попробовать две приманки, две мертвые рыбки, плотву и окуня, рядом друг с другом, без крючков. Я хочу посмотреть, какую приманку щука выберет сегодня в этих условиях. Но я знаю, какой выберет. Говорить не буду. Пойдем попробуем, посмотрим. Следующая пара. Тот же состав. Окунь и плотва. А сейчас попробуем окушка одного. Получилось, как я и предполагал, щука выбрала плотву, как обычно. Она съела и окуня в конце концов, но когда у нее не оставалось выбора. Был интересный момент, если вы обратили внимание, щука пропустила плотву, а потом решила за ней погнаться. Мне интересно знать почему. Если у вас есть мнение, пожалуйста, делитесь. Также высказывайте пожелания, что бы вы хотели увидеть в новых моих видео. Если будет возможность и время, я постараюсь их выполнить. Спасибо за просмотр, за внимание и до новых встреч!